motherfucker. Мне вот только непонятно, там проплывала такая огромная херня просто нереальная. Давай я просто туда пока плавать не буду. Что-то мне перехотелось, короче. Прям... До сих пор отойти не могу. Прикольно. Напугал меня до жопы. Так, у нас есть там какой-то биом очень страшный, очень мерзкий. Там куча всяких тварей. И у нас есть вот этот биом с кровавыми водорослями. Чуть менее опасный. В этих биомах сконцентрированы... хищники всех пород и всех мастей. Биом на самом деле, да, жуткий. Беру свои слова обратно. Он не просто жуткий, он еще и мерзкий. Очень опасный райончик, я скажу. Я бы здесь не жил. Оба-на, смотрите, что это. Ребятки, кусочек инопланетности. Что это такое? Для чего он здесь поставлен? Может, это как маяк? Типа искать здесь? Оба-на, еще один, смотрите. Так, ладно, будем идти по хлебным крошкам. Тут какой-то вход. Ух ты! Нихера себе! Какая-то комната инопланетян. И она работает от скрижаля. Надо, короче, здесь маяк оставить, срочно. Ребятки, мы потайник нашли. Давайте сходим на корабль. Мне прям интересно, что же там будет. Здесь даже просто странствуя, находишь какие-то интересные вещи. Так, выключаем свет. Я понял, что вам не нравится. Офигеть. Наша подводная лодка. Кто бы мог подумать, да? Что на дне есть такой биом. Скрижаль надо взять. Есть, ребятки, мы взяли скрижаль. Поплыли. И все так подсвечивается. Все такое красивое. И опасное в то же время. Хера, что это там сверху, ребятки? Смотрите. Хера, ну гонится походу за мной, ёпот. Нихера, короче. Охереть, походу она в пещеру, короче, не плавает, да? Какая-то огромная херня, короче. Похоже тоже на жнеца какого-то, да? Вот теперь я очкую здесь плавать. Мадафак, а зачем мы сюда приплыли? Ну, было же все нормально, но собрали бы красной жидкости немножечко там. Помаслились бы. Не знаю там что. Отпустили бы и пошли. Нет, надо было дальше пролезть. Так все. Тут вдруг тебе приспичило найти этот тайник, короче, сраный. Выдался он тебе, короче, надо в него залезть. Нет, нормально, короче. Где эта херня огромнейшая? Все, погнали. Тут прохода нет. Попробуем дырочку в потолке найти. Вот, да. Дырочка в потолке. Охереть. Кто это рыгнул так? Блять, мне не нравится уже здесь. Главное, чтобы она второй раз так не это не сделала. Вот это интересно. Взять яйцо существа. Вырастим. Вчера он меня, короче, током ударил. Вот это сейчас был печальный звук. Пираты быстро шустрят. Они все хотят меня сожрать. Я не знаю вообще, что я сделал не так. Я просто... Представьте, что я маленькая рыбка относительно вас, больших здесь придурков. Просто плыву себе по течению, короче. Никого ж не трогаю. Ни с кем в контакт не вступаю. Ничего ни от кого не хочу. Я просто хочу вот в эту пещерку. Там очень интересно. Все, поехали. Силовое поле снято, дорога открыта. Отлично, смотрите. У нас здесь пожизненный запас этих кристаллов, ионных кубов. Как в Египте сейчас не будет никакой ловушки, то я сейчас камешки соберу, а мне как всадят.
Не, вроде нормально, не всадили. Давайте теперь посмотрим, что здесь. Терминал базы данных. Инопланетное святилище Бета. Эта зала состоит из ряда главных концентратов данных, на каждой из которых вооружен ионный куб. Они объединены параллельно в сеть с главным терминалом, предположительно для обеспечения целостности данных со временем. Необычная сложность данных. Сохраненные данные поступили в систему со сканера по локальному терминалу. Оригинальный источник данных был по природе органическим. Данные свидетельствуют о том, что эта зала служила убежищем. А, это зала. Зала. Да зал бы тогда уже писали. Это зал. Данные свидетельствуют о том, что это зала или зал. Это зала. Миш, что вы это такое? Данные свидетельствуют о том, что эта зала служила убежищем на исключительный случай для инопланетян, которые его построили. В случае катастрофы они могли укрыться здесь и каким-то образом перенести себя в концентраторы данных для дальнейшего сохранения. Неясно, возвращались ли сюда когда-либо другие члены инопланетного вида, или как много душ сохранено в концентраторах. Но сохраненные данные слишком сложны, чтобы восстановить их при недостатке имеющихся данных. Я понял тебя, короче. Сложная херня. Это, короче, кладбище, я так понял, да? А это типа эти надгробные плиты, смотри, есть. Хер его знает. Короче, все мы услышали. Мы взяли эти кубики. Я, правда, пока не знаю, зачем они нужны, но у нас их уже много. Чем мы нашли инопланетное яйцо? Я его называю инопланетным, потому что тут все нахер инопланет. Все очень опасное, все очень интересное. Нихера, я что, стал широкий из-за камней, что ли? Войти вошел, а выйти не могу. Так, я предлагаю отправиться на нашу подводную лодку обратно, по пути немножко поизучать, что здесь у нас есть. Давайте вот по вот этой стороне проплывем, посмотрим, что здесь. Сильно ли приключения изменятся наши? По крайней мере, там они сильно изменились. Там прям очень сильно. Так, пацаны. Что я могу сказать? Приключения набирают очень крутой оборот. Да, где моя подводная лодка? Bitch, motherfucker! Oh no! Oh shit! Oh goddamn bitch! Не, короче, я понял, что хера они тут прыгают. У тебя есть возможность плавать безопасно? Вот плавай безопасно. Хера ты лезешь туда, да зачем? Там ничего интересного. Там такая же картинка будет. Просто жопу тебе там порвут и все. Я не знаю, что это было, но оно было жутко страшным. У нее лицо человеческое. Охереть. Я надеюсь, она здесь меня не достанет. Может, базу здесь построить? Нахер всех их отсюда это реаннигилировать. Так, и у нас что? У нас появилось улучшение. Модуль погружения. Пласталевый слиток и рубин 3. Пласталевый слиток готов. И теперь нам нужно рубин, по-моему, да? Рубина сколько там? Огонь. Теперь мы можем опускаться глубже. Это замечательно. На 900 метров теперь можем аж погрузить. Так, заводим двигатель. Что, ребятки, я вам скажу. Нужно будет отправиться непосредственно сейчас нам на базу для того, чтобы подзарядить энергоячейки нашего замечательного циклопа. Плюс сбросить камушки, достроить стержень для, точнее, топлива для нашего ядерного реактора. Вот. Изучить материалы, которые нам необходимы для дальнейшего существования. То есть посмотреть, какие улучшения еще нужно делать и так далее. Мы увидели вот эту замечательную локацию. Очень интересная, жуткая, короче, штука. Там обитает большое количество разных странных, причудливых по форме и необычных тварей, в том числе вот эта вот орущая морда. Там были какие-то осьминоги, ну, кальмар, в общем, какой-то, или краб четырехглазый, но он смесь чего-то с чем-то. Было страшно. Нашли с вами потайник. Отлично. Посмотрим, что из этого яичка вылупится. Прикинь, кричащее лицо.
Так. Вот, у нас теперь в аквариуме есть еще новинки. И яичко, да, нам нужно выкинуть. Какая-то херня прям жесткая будет. Не менее жутко вылупляется. Прикинь, короче, может, я отряд сделал? Не похавает всю рыбу, короче. В принципе, у меня тут, если они объединятся, они ему отпор дадут. Если есть варианты описать действия, которые происходят с этим яйцом, ребят, пишите под видео. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Кто из него вылупится, какая тварь из увиденных в той локации. Здесь у нас пока никто не размножился, никто, потому что остальных мы всех поупускали. Хотя нет, я вижу уже пузырек, что-то на себя много взял. Надо контролировать его, короче, сокращение, а то он так, смотри, тут и доминирующим видом станет. Тут все равны у меня в аквариуме, понимаешь, у меня ты выскочка одноглазый. Сейчас мы тебя выкинем, короче, будешь... Вот выживай теперь как хочешь, я не знаю. Предупреждал. Зато смотрите, как у меня биом постепенно оживает, да? Рыбки стали здесь плавать, раньше ж нихера не было. Теперь вот есть везде рыбы. Ну тут как бы все, короче, тут типа, короче, конец, поэтому... С вами был канал Олег Гейм, Let's Play Rock, увидимся.